Стройплощадка в Центральном парке Заречного заметно преобразилась. Здесь уже практически завершается оформление площадки, на которую будут установлены малые формы. Сооружения заказаны в Чехии и полностью оплачены. Уже в ближайшее время они будут доставлены в Заречный. Заканчиваются подготовительные работы под спортивные площадки. С понедельника мы начнем бетонить чашу фонтана. Сейчас ведутся работы еще на устройство трибуны подпорных стенок. После этого, после того, как будет закончена основная работа вот здесь, на площади, мы перейдем вот в сторону сквера, устройство сквера, да, вправо. Вот. И останется еще подготовка площадки под фудкорт. Первая очередь реновации Центрального парка должна завершиться к началу сентября этого года. Подрядчику остается не так много времени, чтобы завершить все запланированные работы. В настоящее время опасений, что организация, выполняющая ремонт, не выполнит взятых на себя обязательств, нет. В этом убедился глава Заречного Олег Климанов во время выездного совещания по стройобъектам города. У нас все объекты, которые мы регулярно осматриваем, они все в графике, все в сроке. Надеюсь, что к началу сентября у нас здесь все будет завершено. Концепция обновления парка была признана победителем Всероссийского конкурса Минстроя России на лучший проект создания комфортной городской среды. Большая часть работ финансируется из федерального бюджета. На обновление ЦПК ИО городу выделено 85 миллионов рублей. Реконструкция пройдет в два этапа. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».